Новые скидки до 21 ноября. Ребята, девочки, всем привет, здравствуйте. Мои прекрасные, замечательные, самые лучшие подписчики, а также гости канала. Всем приятного просмотра. Чаёки, печеньки подготовили и погнали. Сейчас с вами посмотрим, покажу все скидки, доступные на данный момент в Microsoft Store. Также покажу самое лучшее предложение, на наш скромный взгляд, в магазине нашем, который называется Xbox Store Dreams. Будет первая ссылка в описании, также в закрепленном комментарии на наш магазин. И здесь что? Правильно, можно купить подписку Xbox Game Pass Ultimate по самой лучшей цене, а вот как раз таки мы и подгрузились. Также можно купить любую игру из Microsoft Store, и также у нас есть аренда игр. Переходим к скидочкам, давайте сразу с вами. Первое, Grand Theft Auto 4, то есть GTA 4 за 400 рублей России, либо 15 белорусских. Самая низкая цена за все время, 65% скидки. Но имейте в виду, в данной игре нет никакой русской локализации, все на английском, но очень красиво сделано, по обратной совместимости все работает. Рекомендую однозначно игру. Я думаю, вы знаете очень хорошо о данном проекте. Далее переходим. Far Cry Classic. 320 рублей России, либо 12 белорусских. Самая низкая цена за все время, 70% скидки. То есть это самый первый классический Far Cry. Если вы не пробовали, также вам рекомендую. И здесь, если посмотреть чуть выше, написано в текстовом формате, есть еще Far Cry 3 Blood Dragon Classic Edition за 600 рублей России, либо 22 белорусских. И также бывают скидки на игры только для тех, у кого есть подписка Game Pass Core, либо Ultimate. Также обращайте внимание, вот как раз таки на Blood Dragon нужна именно какая-нибудь подписка, чтобы получить данную скидку. Далее переходим. Max Payne 3. 520 рублей России, либо 19 белорусских, 65% скидки. Самая низкая цена за все время. Также есть, видим с вами и Max Payne по обратной совместимости первой части от Xbox Original за 560 рублей России. Также можно и второго подхватить, тоже. Переходим дальше. Bully Scholarship Edition. 400 рублей России, либо 15 белорусских. Если вам не хватает школы в жизни, пожалуйста, возвращайтесь туда в этой игре. 40% скидки. Далее, Tales from the Borderlands. 720 рублей России, либо 27 белорусских. Самая низкая цена за все время, либо 25% скидки для вас. Так, Greedfall Gold Edition за 640 рублей России, либо 24 белорусских. Самая низкая цена за все время, 70% скидки. И Hood of Love Legends. 440 русских рублей, либо 16 белорусских. Самая низкая цена за все время. 80% скидки. Так, и это была заключительная скидка на данной распродаже, по нашему скромному мнению, от самых лучших, потому что сейчас скидок, короче, жирняцких пацаны нету, к сожалению. Но что есть, естественно, все показывает. Также увидеть все в наших ценах, в текстовом формате, можно здесь. Переходите, увидели здесь, нашли, что вы искали, либо вот прям чуть выше, если вас интересует, кнопочка Sale, нажали, посмотрели, там будет все то же самое, скидки постоянно обновляются, и обновляется информация о скидках с ценами, это делает красавчик Радомир Агрогильмудинов. Также, если вы переживаете купить, не купить, не переживайте, зашли, почитали отзывы, все очень красиво, всем все нравится, все покупают. И давайте вот, самые последние можно отзывы? Вот, все. Рекомендую! Рекомендую четко и быстро. Ваня Михович, сделали все качественно и быстро. Спасибо вам большое. Давайте еще чуть назад. Шелек Максим, все четко. Артем Черный, купил уже далеко не одну игру, ни одной осечки еще не было. Ребята честные, покупайте, не бойтесь, не обманут. Спасибо вам. И так далее. Собственно, понимаете, что все красиво. Пацанчики все покупают. И переходим теперь с вами, давайте, в Microsoft Store. И я вам покажу все скидки, доступные на данный момент там. Игры, специальное предложение, и вот они. Скидок сейчас немного, потому что стопудово не нравится мне никогда.
Вот. Ну вот они мешают мне. Потому что 100% они готовятся, правильно, к Черной Пятнице и запустят ее немножко позже. Я думал, что они запустят ее уже сейчас, но нет. Решили пацанчики чуть-чуть попозже. Смотрите, пожалуйста, братва, все, что есть на данный момент на скидках. Это интересно. King Leo. Также, братва, обязательно напишите комментарий под видосом для поддержки. Поставьте лайк на своем канале. Я постоянно делаю еще обзоры геймпасса, всех игр из геймпасса и все такое. Много чего вам рассказываю. В принципе, все, скидки закончились. Как я говорил, их немного. Но все, что есть, я вам показал. Все, всех целую, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Также посмотрите сейчас прямо подо мной видосики. Понажимайте, посмотрите там про аренду видосик, также видосик про магазин, также видосик про розыгрыш. И обязательно в нем поучаствуйте. И розыгрыш будет на 2000 подписчиков. Всех целую, обнимаю, до новых встреч на моем игровом канале. Играйте в хорошие игры по прекрасным ценам. Всем пока-пока.